парк Джеллистоун, где живет медведь Йоги, один из старейших и прекраснейших заповедников дикой природы. Многие годы люди целыми семьями выбираются из шумных городов, чтобы пожить на свежем воздухе, порыбачить и, конечно, посмотреть на местную флору и фауну. Бубу, нам пора поближе познакомиться с этой корзинкой для пикника. Слушай, Йоги, мы ведь можем на охоте добывать еду, как другие животные. Бубу, все медведи обожают корзинки для пикника. И дело даже не в том, какие вкусняшки в ней таятся. Нет, корзинка для пикника для медведя — это нечто большее. Это воплощение мечты. А на что мы смотрим? Я не знаю. А ну-ка, цепляй! Это точно сработает, Йоги. Ты же знаешь, Бубу, я намного умнее обычного медведя! Hey!